От Ярославля до Тутаева за полчаса и 50 рублей. В регионе появился новый маршрут 161К. Пассажиры получат все льготы, предусмотренные социальным кодексом области. По прогнозу, ежедневно маршрутом станут пользоваться около 2000 человек. 10 новых автобусов в течение дня будут совершать 50 отправлений с 6 утра до 10 часов вечера. В среднем интервал движения составит 10-12 минут, в часы пик 5-7. Перевозки гарантируют страхование жизни и здоровья пассажиров, фиксированную стоимость проезда, контроль за соблюдением расписания.